Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре пневматический газобаллонный револьвер ASG Den Wesson 8. Вот такой вот, да, длиннющий револьвер и тяжелый, кстати говоря, да. Для тех, кто любит побольше и потяжелее, как раз таки данная модель подойдет на ура. Давайте же посмотрим на него поближе, погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Произведен пистолет довольно известной компании ASG. Относится данная модель газобаллонной пневматики со сменным 12-граммовым баллоном. Располагается баллон в рукояти, и для того, чтобы нам его вставить, не нужны никакие ни шестигранники, ни еще что-то. Просто сдвигаем накладку и вставляем сюда баллон, закручиваем просто вентилем. Все. Ничего сложного, довольно-таки стандартная ситуация. Корпус револьвера выполнен из алюминиевого сплава и покрыт напылением под сталь. Такое сочетание делает его достаточно легким. Пластик практически не используется в пистолете, разве что для сдвоенной накладки рукояти, являющейся люком в баллонный отсек. Длина данной модели 338 мм, где 181 мм это длина ствола, вес 1040 грамм. Магазин выполнен в виде барабана на 6 патронов. Для ускоренной зарядки вы можете воспользоваться фаст-лоудером, который идет в комплекте. Предохранитель у данной модели как бы так получается, что трехпозиционный. Благодаря тому, что мы, когда сдвигаем предохранитель в левую сторону, мы вытаскиваем барабан для того, чтобы, соответственно, его зарядить. Центральное положение, просто обычный, скажем, боевой режим. И если мы сдвинем его в правую часть, то это уже предохранитель, который, соответственно, защитит вас от случайного выстрела. На верхней части корпуса предусмотрены прицельные приспособления, целик и мушка. Также в комплекте у нас идет планка Вивер, которую мы сможем установить сюда, а на нее уже сможем установить дополнительные прицельные приспособления, если вдруг хотим пострелять более точно. Скорость шарика в момент вылета из ствола пневматического пистолета ASG Den Wesson 8 достигает 130 метров в секунду. Дульная энергия при этом не превышает 3 джоуля, что полностью соответствует законодательству Российской Федерации. То есть для покупки данного пистолета не нужны никакие дополнительные документы, лицензии и все тому подобное. Просто приходите и покупаете. Ну, конечно же, да, вам должно быть обязательно 18 лет. И вот раз уж мы с вами о покупках-то заговорили, ну давайте я подскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на данный пистолет подходит к концу, и я хотел еще сказать вот о чем. В комплекте у нас также идет краткая инструкция на русском языке, поэтому если вдруг возникнут какие-то проблемы или непонятки при покупке данного пистолета, просто открывайте и читайте. Там в принципе все моменты, абсолютно все моменты, что вообще могут возникнуть, они все указаны, поэтому проблем возникнуть не должно. Друзья, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если по какой-то причине еще этого не сделали. Ну и конечно же, пишите в комментариях, как вам данная модель. А может быть, у вас есть какие-то вопросы на его счет? Вы обязательно задавайте, я с большим удовольствием на них, конечно же, отвечу. Ну а я вынужден с вами попрощаться. Всем огромное спасибо за внимание, всем пока и до новых обзоров!